луна над городом зашла опять. Уже троллейбусы уходят спать, и словно ветры счастья в мое окно стучатся вновь воспоминания. Многие из тех, кто пользуется услугами такси, знают этого человека. Визитная карточка Юрия Пестерева – не только хорошее вождение, но и оперное пение. Во время поездки таксист предлагает своим пассажирам послушать в его исполнении романсы или старинные песни. Я пропеваю, люди сидят сначала молча, потом получается так аплодисменты такие. И сразу удивленные, а почему вы тут находитесь? Почему вы работаете в такси? Вам же надо на сцене петь. На сцене Юрий Пестерев выступал неоднократно. В 80-х годах он работал в оперном театре Челябинска, где оказался после обучения в Новосибирской консерватории. Туда его зачислили с первого прослушивания, несмотря на то, что начинающий певец тогда не знал даже нот. Богатый от природы голос высоко оценила вступительная комиссия. Но отношения с театром не сложились. Певец вернулся на родину, в Шипуновский район Алтайского края. Во время переезда растерялись фотографии сценического прошлого. Сожалею, потому что я говорю, я был, наверное, молод, резок в своем понимании и действии. Сожалею о том, что мать родила с голосом, а я его не отдал людям. Но тягу к выступлениям спустя десятилетия мужчина не поборол. Уже 3 года подряд его слушатели – обычные пассажиры такси. Впрочем, вскоре Юрий планирует вернуться на сцену. Он убежден, его жизнь только начинается. Юлия Гадар, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости.